Качанов. Качанов. Я в то время делал даю слово, но так принято. Совмещаем. Дорогие друзья, родственники, с этими собрались здесь отметить месячные поминки Марка Моисеевича Балтиева. Это ушел от нас старейшин народа Балтиева. Вот мне очень приятно здесь видеть детей, внуков Балтиева. Марк Васильевич был внуком Алишой Балти, это который был, родился в Афганистане, был видным композитором, поэтом. У него было много детей, 5 или 6 сыновей, 3 дочери. Вот мы видим здесь одну из дочерей, Риточку, Лизу, дочки Мануэля Балти. Тамара и Марк Моисеевич, дети Машка Балтиева. Марк Моисеевич, тут уже Роберт Абрамович много говорил, больше не мог трудно говорить, он все высказал. Я его помню со времен войны, когда в 43-м году он пришел к моему отцу и попросил его устроить на подготовительное отделение транспортного института. Мой отец как раз работал в Ленинском районе. Он пошел с Марком Сеевичем в этот институт и устроил его на подготовительное отделение. После окончания этого отделения он перешел учиться в индустриальный институт на строительный факультет. После окончания института он поехал в город Караганду по направлению работы. Там он встретил свою жену Розу, которая была врачом по специальности. И через год они вернулись. И вот один из встречающих его, отца Илья, был в 49-м году. Марк Моисеевич был очень эрудированным, интеллектуально развитым человеком. Видимо, это по генам перешло от его дедушки. Вот мы видим, что он написал 3 книги рассказов, очень хороших. И Марк Васильевич был, участвовал во всех общественных мероприятиях, которые проводились у его родных родственников. Будь это свадьба, поминки, обрезание и другие вещи. Он был очень активным человеком. Мне хотелось бы отметить эту вещь. Когда он работал на заводе директором железобетонных изделий, у него на заводе произошла авария, в результате которой погиб один человек. И это дело попадает Борису Катанову, который работал в областной прокуратуре. Сейчас его жена сидит здесь, Питочка, она же не даст соврать. Мне рассказывал об этом сам Борис, и присутствие Маши было повторение. Он рассказал, что он вызывал его на допрос. И он говорит, вел себя так смело, говорит, я, говорит, ему говорю, вы знаете, что вы будете привлечены к уголовному разведку. Он говорит, если будет доказано, что я виноват, я готов ответить. И вот Борис приходит, а он его не знал, потому что Лиза в 49-м году вышла замуж, уехала у него на БАД. Работала там, они жили, приехали где-то в 60-х годах. А Марк не знал, что этот Катанов муж его двоюродной сестры.
после этого он узнал, что мама его жены твоего брата. Ну, дело было, конечно, закрыто, потому что там были нарушения техники безопасности, главные методы, герпотехники. В общем, это дело кончилось. Далее мне хотелось отметить, что вот вы говорили, что он прожил 61 год. Помимо того, что родители жили всю жизнь с ним, он был хорошим сыном, но был хорошим зятем. Он привез из Москвы свою тещу, построил в Руссово-Творе отдельную квартиру для нее, и она жила вместе с ним. Что-то